Ты призрак, пожалуйста, не говори со мной, уйди. Мерзко, мерзко. Как тебя смыть, стереть с экранов? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в хоррор-игру, которая уже четвертая по счету в этой серии под названием I'm on Observation Duty. Это игра про меня, высматривающего призраков в разных квартирах чужих. На самом деле я не то чтобы хотел призраков найти, когда устанавливал камеры, но так уж получилось, что вот стал я именно их и высматривать. Давайте начнем с City House. Поиграем в City House. Попробуем найти немножечко призраков там. Вот первая комната, спальня. Здесь читают различные книжки. Кто-то собирался, видимо, куда-то поехать. О, кстати, сразу предупреждение. Attention, сотрудник. Аномалии были предварительно здесь замечены. Смотри внимательно на камеры наблюдения. Записывай аномалии и сообщай о них, как только что-нибудь изменится. Ага, все, я понял. Мы должны увидеть мельчайшие изменения в деталях. То есть тут... Не то, чтобы будут какие-то прям супер стрёмные призраки стоять, а будет именно просто... Ты такой увидел, книжка сдвинулась. Вот она лежит здесь. Вот так вот. Хорошо. Запомнили. Надеюсь, что запомнили. Скорее всего, не запомнили. Так, здесь у нас салфетки. Ну-ка, мы можем что-то нажимать? Нет, не можем. Просто не можем. Сможем, когда именно увидим, что что-то изменилось. Как это будет выглядеть, изменение? Я вообще не знаю. Я не подготовлен к этому всему. 14 секунд. Подожди, 14 секунд? Это 14 минут. 0.14 сейчас. А когда же приходит зло? Я особо не смотрел вот это. Здесь яблоки лежат, микроволновка. Достаточно такая маленькая кухонька. Скромненькая. Но мне нравится. Почему-то замазано университет чего? Черной линии. Университет цензуры. Вот что это такое. Этот человек работал в цензурном университете. Это, смотрите, спуск в подвал. Стремно. И тут, видите, стул лежит. Повален. Ой. Была аномалия! Записать! Записать! Как называется это? Сауна, 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 сауна. Погодите, ну это просто, может быть, мерцает свет и все. Ну давайте пошлем на всякий случай. Сауна чё? А, вот, сауна что? Свет, аномальный свет, вот. Есть, все, отослали. Ух. Чуть не проворонил аномалию, меня бы уволили с работы. Ну! А, все, записываем. Итак, стадии. Комната, где-то стадии у нас. Так. А какие еще есть аномалии? Intruder, distortion. Вот! Плохая функциональность камеры была. Но она восстановилась, но это было. Я просто не успел записать сразу. Блин, так интересно. Никакой аномалии не было найдено. Погодите, в смысле? Только что камера не работала. Стадии. Может быть, distortion тогда? Distortion был. Смотрите, направляется отчет. Никакой аномалии не было, мне говорят. Дисторшена не было. А что было тогда? Ладно, идите в жопу. Они мне не верят просто. Мне всегда говорили, тебе просто не поверят, Евгений, когда ты будешь искать призраков, вот кого угодно. Наблюдать просто за людьми, пока они спят. Через свои секретные камеры. Вот тебе никто не поверит. Даже если у тебя будет вот доказательство в виде пленки. А это что такое? Пивас стоит в сауне. Вы что, офигели что ли? Сауна, это на самом деле не так уж и полезно для тела. Особенно для мужского. Потому что говорят, что жара, она заставляет мужское тело вырабатывать женские гормоны. Это не очень хорошо влияет на нас, на мужчин. А также пиво тоже заставляет... Да смотрите, пятно! Как будто кто-то просто сейчас стоит за стенкой и ссыт на эту стенку. А стенка сделана из бумаги. Так, запечатлеть гостиная. Гостиная, где гостиная? А, вот гостиная. Что это? Что это такое? Paint, наверное, да? Краска, да. Аномалия с краской происходит. Давай, скажи мне, что я правильно... Нет! Это не... Неправильно. А что же это тогда такое? Other? Abyss, может быть, бездна? Присутствует бездна, да? Это черный, это, смотрите, все пропало. Это, скорее всего, бездна. А. И теперь они ее... Я отправил нужный отчет и пофиксили сразу. Все, я понял. А это что было? Кто-то в гонг ударил. Тут еще, блин... Правильно интерпретировать надо. Ну что это за черное пятно расплывалось? Это бездна, оказывается. А я думал, что краска начала, не знаю, портиться. Плохую краску купили. Ладно, аномалии легко заметить. Это радует меня. Я думал, там что книжка чуть сдвинется, и ты такой... Ой, Евгений, ты пропустил аномалию. Ты что, не видел, дурак? Плохой отсмотрщик аномалий. Здесь ничего нету. Вообще ничего. Только вот эти тени какие-то неприятные, если честно. Ну ладно, смотрим дальше. И призрак такой думает, что я пойду в следующую камеру смотреть. Я такой, обратно в спальню. Не так тупо, как я думал.
Что я должен сделать? Что я должен увидеть? Вообще идеальный дом, больше ничего нет. Мы изгнали всех духов, кажется, отсюда. Я дитя света, несу всем... Что, это что-то было? Или у меня уже воображение разыгралось? Оно разыгралось еще давно, когда я установил камеры, чтобы наблюдать за этими людьми, живущими здесь. Ничего нету. Уже 1:20, и я в целом неплохо так был бы и поспать. Все, в принципе, нормально. Ничего необычного. Камера так хреново светит. Почему нельзя было, вот когда мы устанавливали камеры, еще прийти и установить прожектора? Стоп! Что такое? Сообщение. Это важное сообщение. Мы получаем сообщение о кучах аномальных активностей. Пожалуйста, обнаружьте аномальные активности и сообщите о них срочно. Но где? Хорошо, это надо сейчас делать, потому что нас готовили к этому. Срочно, аномальная активность. Покажи себя мне, а я покажу тебя себе. Наоборот, себя тебе. Засало, да? Засало аномальная активность. Я так и знал. Я знал, что призраки боятся меня. Человека света. Дитя света. Что я должен заметить? Здесь ничего нету. Стрёмное лицо! Боже мой, как это неприятно! Так, гостиная! Что это такое? Object movement, object... Ой! Слишком много аномалий активно! Я... Всё кончено. Вот это меня... Вы исправили две аномалии. Давайте еще раз. Блин, это интересно. Я не ожидал такого. А что это было вот с картиной? Хорошо, допустим, я такой... Гостиная и, может быть, искажение, открывание, закрывание двери, экстра объект, которого не было, дополнительный сам по себе призрак. Так, аномалия с краской. А, painting, господи, с картиной аномалии. Все, я понял. Давайте сразу тогда переведем все другое, просто другое. Зачем они так сделали? Надо было очень конкретнее, мне кажется. А, погодите, этого не... Помните, там было что-то освещено. Это была аномалия с светом, наверное. Да, походу. Давайте закроем. Ладно, пойдемте дальше искать. Мы немножко разобрались. Блин, я когда заметил это лицо до искажения, оно было ужасным. Но когда оно исказилось, стало все нормальным, да. И, значит, здесь все окей, здесь все окей. Тролливали, телетили. Ну, в принципе, все нормально. Ну, пока мне так кажется, что все нормально. Я не вижу ничего сверх необычного. Разве что эти картины ужасны. Призрак затаился. Он не хочет мне показываться никак. От слова совсем. Призрак, яви себя! Ну, давай. Нет. Он не захочет второй раз. Он понял, что я уже научился, стал опытным. И больше не полезет сюда, в этот дом. Эх, чё-то я заскучал уже 1:30. В смысле уже 1:30? Всего 1:30. Еще всю ночь сидеть. До скольки, интересно? До скольки? А могу я просто уйти и написать, что да, я сидел до 6:00? Ну кто? Кто посмеет показаться? Давай. Люцифер, Носферат, Каспер, Чаки, Фредди Крюгер. Давай, кто угодно. Покажись мне. Я сообщу тебе сразу. Я донесу. Я доносчик, я крыса. Стукач. Со мной не имейте дела. Ничего не происходит. Вообще ничего. Ни одной аномальной активности. Вот есть аномальная пассивность. И это меня напрягает сильно. Такой пассивный призрак. Ничего не хочет делать. Просто стоит невидимый весь. Погодите. Сообщение. А, вот, все, начинается. Много аномальных активностей, пожалуйста, обнаружьте их. Окей, будем искать. Я с удовольствием, пожалуйста, покажите мне аномальные активности. Ну, ни одной. Погодите, вот это, по-моему, другое, да? Ну-ка, давайте попробуем. Где у нас кухня и аномальная картинка? Неприятная картинка, я так считаю. Сейчас нам скажут, нормально ли... Чиним аномалию. Ну-ка, смотрите. Да, это я правильно заметил. Фух, неприятная была и правда картинка. Очень мерзкая. Что? Это здесь произошло? Это произошло здесь. Значит, коридор. Итак, дисторшн. Наверное, не знаю, другое. Пусть будет. Посмотрим. Вот! Вот, давай еще. Погоди. Здесь в спальне двигался чемодан. Двигался чемодан в спальне. Быстрее. Двигается чемодан. Конкретно чемодан. Не просто объект, чтобы все знали, что конкретно двигается. Отлично, починили. Так, ну здесь все в порядке. И здесь все нормально. Как-то нагнетает мне немножечко, если честно. Оп, нифига себе! Вот этот трюк сделал. Так, мы это заметили, засекли. Мимо меня не пройдешь. Тупое привидение. И, ну да, наверное, просто перемещение предметов. Фиксим это все дело. Что у нас еще здесь? Давай, что-то еще выкинешь. Да, они читят. Все, молодцы. Умницы. Ладно, это пока не страшно. Ну, в плане неприятно, жутко, но я думаю, я смогу с ним справиться. Тут главное просто быть наблюдательным. Наблюдательный, каким Евгений являлся с самого рождения. 1:36. Как долго летит время. Я просиживаю здесь свою задницу уже очень много лет. Знаете, что по-настоящему аномальное в моей жизни? Это размер геморроя, который я себе отсидел. Оп! Слишком много аномальных активностей?
Я ни одной не видел, что там было. Вы только три вылечили. Погодите, что? Что там было? Я не видел нифига. Серьезно. Это насколько надо быть наблюдательным человеком? Аномально наблюдательным, я бы сказал. О, да, вот сразу, смотрите, тут аномально. Аномальный тупица у нас за камерой наблюдает. Я знаю, как надо сделать. Давайте посмотрим, в принципе, что может происходить. Камера может не функционировать, может бездна появиться, искажение чего-то, может двери закрываться туда-сюда, и дополнительный объект, которого не было. А, это кажется очень сложно, потому что, я не знаю, тут столько объектов повсюду. Потом может быть призрак, потом может быть тот, кто вламывается, световая аномалия. Объект исчезает, двигается другое и аномальная картина. Давайте, значит, что сделаем? Посмотрим на важные предметы, которые у нас прям сразу перед глазами. Это картина здесь, раз-два картины. Гонг, это, кстати, здесь, вот же гонги. Походу. Мусорка. Вот эта штука, не знаю, что такое. Наверное, санитайзер для рук. Крем. Салфетки. Что делал человек, сидящий за этим креслом? Я не хочу думать. Ну ладно, мы определили. Вот предметы, которые здесь стоят. Здесь что у нас? Лестница, что ли? Стульчик. Коробки. И картинка тоже. В принципе, ничего такого, что трудно запомнить. Здесь у нас, я не знаю, что это. Лейка. Ведро. Пивас. О! Ах ты. Ты световая аномалия в сауне. Световая, вот, получай. Здесь что у нас? Так, мы все здесь посмотрели? Да, по-моему, все, все окей. Вылечили аномалию. Так тебе аномалия. Здесь картины. А, подожди, это нет, это не гонги, это просто торшеры такие. Лежит книжка. Три книжки должно быть. Чашка и блюдце. Чашка и блюдце. Вот здесь вот цветочки. Хорошо. И жалюзи всегда закрыты. Здесь женщина. Грациозная женщина. Прекрасно, я влюблен. Я влюблен, поверьте мне. Вот здесь у нас журналы, раз, два, три, четыре, пять, шесть лежит, шесть предметов лежит, пусть будет так. Здесь куча всего, яблоки и какие-то всякие штучки, баллон, потом вилка и нож на тарелке, микроволновка, кастрюля и венцо лежит, стоит точнее, тостер, две картины, да, окей. Здесь ничего не изменилось, все точно так же, все еще университет цензуры и железная дорога, здесь все окей, и тут все нормально, вроде бы, ничего не изменилось здесь, и тут все так же прекрасно. Но мне сейчас пытается впарить, что какие-то предметы исчезали, что, мол, так много, о, картина, боже мой, какая-то неприятная, я второй раз тебя увидел, и все равно, как будто в первый раз, очень жутко, я вижу здесь лицо, с картины, да, аномалия. Чинись, пожалуйста. Маля, спасибо. Ах, чинится. Хорошо. А как они чинят аномалии эти? С помощью монтажа? Все так же три книжки. Все то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть предметов. Не дай бог, речь идет о каком-нибудь призраке, который сидит вот здесь вот на кресле, или что это такое, даже непонятно. И он весь черный. И я вот, типа, не заметил микро... Ой, боже мой. О, боже мой. Так, что там, это бездна, пожалуйста, бездну убрать. В моей квартире бездна, да, да, пожалуйста, уберите ее, спасибо. А вот эти предметы разве так были? Так они располагались? Я не помню. Давайте на всякий случай двигается предмет гостиной. Нет, это было ошибочное заявление, извините. Оп, вот она, башка просто так, нифига себе, не заметил это. И, возможно, раньше этого не было, но сейчас я заметил сразу. Итак, в кабинете дополнительный объект. Свали отсюда, стрёмная голова. Какая-то стрёмная, неприятная голова. Оп, отлично. Хорошо, вот нам теперь говорят, что будет очень много различных аномалий. Будьте наготове, Евгений, мастер ловли призраков. Я буду наготове, все в порядке, не переживайте. Стоп! Это всегда было здесь? Вот это всегда было лицо? На всякий случай, спальня, аномальная картинка. А, нет. А здесь? Смотрите, вот, предметы, видите, они переместились. Точно, гостиная, предметы переместились. Предметы переместились. Кухня. Что у тебя здесь есть? Пожрать. Я пожрал бы, если честно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все нормально, здесь все окей. А, раз, два, три, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все нормально, отличный кабинет. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, я считаю по точкам интереса, на которые мне глаз падает, что все окей. Картины все на месте. Все неподвижно. Но так ли это на самом деле? Я же мог и не заметить что-нибудь. Например, эти книжки могли бы не так лежать совсем. Блин, хоть, не знаю, делай скриншот этих комнат и смотри все время, сравнивай. Найдите 10 отличий. Вот это вот я не помню. Погодите. В коридоре картина. Аномальная картина. Вот этого я не помню. Либо это лишний объект, либо это картина. Давайте попробуем сначала картину.
Это не то, извините, дополнительный объект. Не было тебя. Уходи отсюда. А, черт, нет, что-то здесь другое. Не знаю, может быть, other? Или туалетной бумаги было меньше у рулонов? Есть! Другое! А что другое? Я не знаю. Что мы починили? Что-то починили, окей, ладно. Ну что? Опять это. Опять. Гостиная, другое. Нет. Ну какие-то звуковые аномалии, ну 100 пудов. Тут у нас что? Вообще понятия не имею. Тем временем уже 2 часа 8 минут. И кажется, мы просираем. Я не понимаю, что мы не видим здесь. Вот! Вот! Хорошо. В сауне объекты перемещаются. Сразу давайте дальше ищем. Вот это всегда было? Давайте попробуем изменить это. В спальне, давайте вот аномалия с картинкой. Какое-то лицо мерзкое, я не помню, я не всматривался, понимаете? Дополнительный объект. Все, теперь дальше, не будем терять время. Вот, вот, с картинкой, вижу, картинка изменилась, быстрее, все, нету, забили. Kitchen painting anomaly. Painting anomaly, здесь? Да, просто вот так по щам надавал призраку. Но есть ли здесь еще призраки? Вот, аномалия с картинкой в коридоре. Да, окей, хорошо. Чем больше мы будем играть в эту игру, тем больше мы будем запоминать, что где происходит, что где лежит, как должно быть. И глаз будет сразу падать. 2:37. А мы все еще живы, это прекрасно. Тут ничего не изменилось. Вообще, вот в этой комнате максимум, что я видел, это вот картинка просто менялась. Пожалуйста. А что пожалуйста-то? Быстрее время, заканчивайся, пожалуйста. Ух, я уверен, что я что-то не вижу, что-то очень важное. Вот что это такое лежит? Что за куча? Давайте сообщим на всякий случай. Призрак! Нет, а погодите, а вот это было? А что если реально дополнительный объект? Просто вдруг он канистру... Боже мой, страшно. Да! Ух, хорошо. Зачем призрак поставил канистру? Что это за аномальная потусторонняя канистра? А, 3 часа пробило, вот что это за гонг, все. Боже мой, у меня в детстве... Однажды родители повесили в нашу комнату вот такие огромные, стрёмные часы, которые... Дун, каждый час отбивали. И причем, знаете, каждый час имел в виду, если отбивать 12 часов, то оно будет 12 раз долбить. И чтобы вы понимали, звук, который они издавали, напоминал пришествие сатаны. Вот, двигалась туалетная бумага, а призрак обосрался, потому что, да, хочешь потереть свою... Я обосрался в итоге. Черт. Но мы 10 аномалий в этот раз вылечили. Ничего, Евгений, сейчас тебе повезет. Ты сможешь. Давай, умница. А сколько максимум аномалий мы можем допустить, чтобы они одновременно происходили? Потому что я вообще ничего не видел, кроме двигающейся туалетной бумаги. Оп! Свет! Быстрей! Сауна, свет! Погодите. Вот что оно было. Видите, холодильник сейчас полностью закрыт, а он был приоткрыт слегонца. Я этого не замечал. Теперь я запомнил. Я буду видеть все. И буду фиксировать время, и буду классифицировать аномалии. Вот она, сразу картинка. 0:41. В спальне. Картина полная безвкусица. Нифига себе. Do not look at the window. Не смотрите в окна. Не пишите на стенах моей сауны. Что это? Как это назвать? Давайте, наверное, other. 0:55. Other случилось в моей сауне. Да, правильно. Итак, первый час настал. Я все жду, пока что-нибудь произойдет с этой бутылкой. Она полная. Она должна разбиться прямо у нас на глазах. Вот как мы, интересно, это починим? Неужели можно будет склеить бутылку обратно? Не смотрите в окна, но я смотрю. Там никого нету. Не зря здесь есть акцент на этом заборе. Значит, там что-то может быть однажды. Окей, будем иметь в виду. Картина! Hallway, картина. Смотрим дальше. Ты посмел лечь в мою кровать? Никто. Да перестань. Почему нельзя маленьким сообщением вот так вот? Получилось. Или вот, допустим, вот это. Починили. Ну, скорее не починили, а исправили аномалию. Давай, показывай. Ой, боже мой! Погодите. Скорее, как там, гостиная, это кто? Ты призрак, пожалуйста, не говори со мной, уйди. Мерзко. Как тебя смыть, стереть с экрана, фух. Ой, я не ожидал этого. А всего лишь 1:30, уже такая жесть. Неприятно мне было сейчас, я так скажу вам. У меня нюх на аномалии. Аномальная вонь. А что если вкидывать на всякий случай репорты, например? Например, смотрите. Спальня other. Ну, вдруг мы чего-то не видим. И дальше пошли, смотрим. Так,
Ага. У нас есть вообще лимит на отчеты? Гостиная other, кухня other, кабинет то же самое. Ну и ради прикола коридорчик. О! Мы что-то починили. Но я не знаю, что. Что-то мы точно исправили. Слушай, давайте здесь так сделаем. Сауна другое. Здесь другое, понимаете? Я такой: Евгений, что это? Что там? Что-то видел? Я такой: другое. Опа, чемодан двигается. Это легче объяснить будет моим заказчикам. Но еще проще говорить просто другое. Потустороннее. Там все было потустороннее и другое. Не такое, как в нашем мире. По эту сторону. Там все по ту сторону, понимаете? И делаешь умный вид. Продолжаешь делать умный вид. Да, аномалии. Другие здесь. Но не здесь. Они где-то еще и там. Они повсюду сзади вас. Вы сидите на нем. Хорошо, давайте будем также продолжать делать, вкидывать другое. Просто на всякий случай. Сейчас мы просто заспамим нашего босса фальшивыми отчетами. Он будет думать: нифига себе, Евгений какой трудолюбивый. Сколько он работы сделал. Сколько зла он уничтожил в этом мире. А еще даже полтретьего не наступило. Вот, смотри, что сделал. Обронил мне предмет. Так, в коридоре двигался предмет. Хорошо, это мы заметили. Но теперь полтретьего настало, а значит, все. Сейчас будет серьезное противостояние Евгения и зла. Опа, картинка изменилась. Хорошо, что я заметил. У меня идея. А что, если попробовать теперь вкидывать, знаете что? Дополнительный объект. Оп! Я исправил какой-то дополнительный объект. Окей, давайте попробуем теперь вот так сделать. Раз уж мы спамим отчетами фальшивыми, давайте... Intruder. Слишком много аномальных активностей. Что происходит? Что я делаю не так? Как бы я ни старался, зло всегда держит верх. Почему-то. Друзья, мне нужно много лайков от вас, чтобы в следующий раз я победил эту аномалию. Если вдруг вы хотите, чтобы я ее победил. Может быть, вы не хотите. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не хотеть, чтобы Евгений победил аномалию. Поэтому ставьте лайк, пишите ваш комментарий, подписывайтесь на канал и вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут на них в описании. С вами был Юджин, друзья. Увидимся очень скоро в любом другом видосе, который сделаю, либо в этой игре. С вами был Юджин, и всем пять!